Привет! Вы на канале про продукт. Как без опаски хранить мандарины в домашних условиях? Средний срок хранения мандаринов около 10 дней. Немного полежав даже на прилавках магазинов, этот любимый новогодний фрукт начинает быстро портиться. А если есть необходимость сохранить запас цитрусовых надолго, можно ли сделать это качественно в домашних условиях? Оказывается, соблюдая условия того, как правильно хранить мандарины, вполне доступно длительно наслаждаться их вкусом и ароматом, имея фрукты всегда под руками. Места хранения. Задумываясь о том, как хранить мандарины в домашних условиях, стоит учитывать, что им требуется определенная атмосфера. Подготовленные цитрусы убирают на хранение в места, где средняя температура держится в районе 6 градусов тепла и есть не сухой, но и не сильно влажный, до 80% воздух. При температурном режиме ниже 2 градусов тепла на кожуре мандаринов начинают проступать черные точки. Поэтому нужно определиться, где хранить мандарины. У каждого помещения есть свои нюансы при хранении цитрусов. Можно выбрать то место, которое подходит, чтобы удобно хранить. 1. Холодильник. 2. Застекленная лоджия или балкон. 3. Непромерзающий погребок. 4. В квартирных условиях. Отсек холодильника для фруктов. Если выбор пал на то, чтобы хранить цитрусовые в холодильнике, то не стоит класть, оборачивая их пищевой пленкой или упаковывать целлофаном, так как это способствует гниению фруктов. В любом месте хорошо поместить их не более чем трехслойно на дно перфорированного ящика или коробки, чтобы они могли дышать. Так их можно хранить практически целый месяц. Полезно также обернуть каждый фрукт обычной бумагой без печати. Важно, чтобы вместе с мандаринами не было никаких других фруктов, в противном случае они быстро портятся. Балкон или лоджия. Утепленный балкон со стеклом может быть отличным местом для того, чтобы хранить фрукты до Нового года. Новогодние мандарины, приобретенные заранее, будут отличным украшением праздничного стола. Хранение на балконе поможет им не усохнуть и сберечь сочность. Для этого понадобятся ящики, лучше из дерева, стенки которых имеют прорехи для попадания воздуха. Крышкой их закрывать не надо, однако нежелательно, чтобы на них падал дневной свет. Можно прикрыть пергаментом и закрепить его сверху ящиков, коробок из картона. Периодически стоит аккуратно перебирать мандарины, избегая повреждения их кожицы или сминания плодов. Подпорченные или поврежденные стоит немедленно удалить из общей массы и те, которые годны к употреблению, съесть, негодные выбросить. Глубокий погреб. Погреб, подходящий для того, чтобы хранить плоды, должен быть продезинфицирован, не иметь вредителей и избытка влаги. Там должна быть вытяжка для вентилирования. На полках стоит хранить апельсины и мандарины, расфасовав одним рядом неплотно по картонным коробкам с отверстиями. Если фруктов очень много, то складывают послойно трижды, но не больше. Каждый плод рекомендуют обертывать бумагой, которая не содержит типографскую краску. Также можно подвешивать их на крюки в сетках. Все хранимое надо периодически просматривать и перебирать. Комнатные условия. При комнатной атмосфере и влажности мандарины имеют непродолжительный срок содержания около недели. При температуре выше 15 градусов тепла все же можно немного продлить время их свежести, если обернуть каждый фрукт бумагой для выпечки и сложить все в эмалированную кастрюлю, закрыв ее крышкой. Надо почаще проверять, так как такие условия хранения менее надежны. Этим способом можно размещать мандарины и на полке холодильника, чтобы хранились больше месяца. Срок хранения. Занимаясь хранением мандариновых запасов на зиму, понимая, как мандарины правильно хранить дома, нужно учитывать, сколько могут по срокам храниться эти тропические фрукты. На это обычно влияют такие факторы, как сорт мандарина, оттенок цвета кожуры, степень зрелости. Чтобы не засохли и не портились, соблюдается следующий температурный режим. Желтый – 14 суток, не более 2 градусов тепла, зеленый. От 2 недель. От плюс 2 до плюс 6 градусов. Мандарины из Абхазии, а также марокканские, светло-желтого и более темного оттенка кожуры пористого качества и сладкосочные. Хранить можно продолжительное количество месяцев. Самые крупные сорта испанка и турецкие, с гладкой кожурой гораздо меньше. Закладывают на хранение фрукты средней спелости, это увеличивает длительность их сохранности. А вот недозрелые, как ни странно, хранятся совсем недолго. Из них лучше сварить варенье или поместить в такие условия, где температура плюс 3 градуса и влажность 90%. Совет, чтобы долго хранить сочные и ароматные мандарины,
стоит воспользоваться некоторыми хитростями. Например, можно протереть поверхность мандариновой кожуры постным маслом. Она будет оставаться свежей. Вариант с нанесением на кожицу мандарина воска хорош для того, чтобы хранить их, однако несколько хуже для последующей очистки плода, так как воск остается на руках и затруднительно смывается с них. Дольше хранятся мандарины, которые продаются с веточкой. На полках холодильника, предназначаемых для хранения овощей, мандарины рекомендуется класть в сетки. Если интересует, сколько максимально мандарины сохраняют свои полезные качества при правильном хранении, то согласно нормам и статистике, импортный продукт до 3 месяцев, а отечественного производства до 4. Накопив опыт того, как хранить мандарины дома, можно смело покупать впрок солнечные фрукты тропиков. Любимые цитрусы создадут праздник в любой день. Понравилось видео? Не забываем ставить лайки и подписываться на канал.